Народ для разврата собрался. Уважаемый президент нашей страны Владимир Владимирович. Ой. Опять. Мы просим помощи. На колени. Пришли с тем, чтобы попросить помощи от вас. И что вы хотите? Это скоро зима. Как всегда, у наших коммунальщиков четыре беды. Зима, лето, весна и осень. Что делать? Только надо будет это сделать как-то ярко, чтобы все вокруг загорелись. Никто нам не протягивает руку помощи. Рад бы помочь, да руки связаны. Просим помощи. Как-то неправдоподобно. Так как мы помощи от своего главы. Выделить красным, что надо пообещать выделить. Какие-то из этих проблем мы с вами предсказывали, встречаясь раньше. Но Россия непредсказуема. Детально даже обсуждали, встречаясь на Валдае, на Валдайском клубе. Так, все, в жопу ваш клуб путешественников. Если оглянуться на 20 лет назад... Погляньте, как он сейчас обесрается. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит. Извини, я только хотел узнать, из чего... Без беда, то есть гада. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе, совместными усилиями построить... Консерва построила страну консервов. Мы не хотим никого ничему учить. Ушам поездили, уже готовы раскошелить. Ничему Мавроди нас не научил. Насколько близоруким и ошибочным оказалось это суждение. Чего хмурый такой? О России думаешь? Не доставайся же никому. Да и хрен с ними. Изготовление шапочек из фольги. Это что еще за дичь? Это не только интересное и творческое занятие. Но и 3-4 килограмма диетического, легко усвояемого мяса. Важный патриотический акт. А что они символизируют? Символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Это нам здорово поможет, а? Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Свободу попугаям! Свободу попугаям! Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть... Что дальше? Же после же. А букву же любить надо. Это буква жизнь. А что значит буква З? А буква З это запор. Да. О, теперь я верю.